Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, который телеведущий построил с нуля, стал уже вполне себе самостоятельной звездой социальных сетей. Сам Галкин с большим удовольствием и любовью рассказывает о жизни в особняке. Минувшим днем, прогуливаясь вечером около дома, юморист заметил любопытную картину. На стене башни в интересном порядке расселились несколько белых голубей. И Максим Галкин поспешил запечатлеть этот момент. «Голуби на башне заседают, каждый на своем зубце», – подписал шоумен фото в своем инстаграм. Чуть позже, обсуждая снимок в комментариях, один из пользователей поинтересовался, неужели супруги начали разводить голубей. Супруг Примадонны отметил, что птахи соседские. «Очень здорово, что вы видите прекрасное рядом, в простых вещах. И нам показываете, голуби, к добру, счастья вам. Социальная дистанция, охрана не дремлет, у них собрание, наверняка хозяев замка обсуждают», шутят в комментариях подписчики шоумена.